Экзамен с Дедом Морозом сегодня в ГИБДД. Во время сдачи теории и автодрома к ученикам автошколы пришел главный новогодний волшебник. Он поздравил собравшихся с наступающим праздником и напомнил о правилах дорожного движения. Все ли после этого сдали экзамен, знает Евгения Бакина. Ученики автошколы открыли дверь, а там Дед Мороз. Он решил поздравить их с наступающим Новым годом и дать последнее наставление перед экзаменом. А на красный сигнал светофора переходить дорогу можно? Нет. Точно? Да. Правильно знаете. Базовое знание у вас уже есть. Осталось их показать на практике. После наставлений – подарки. Дед Мороз вручил ученикам обложки на водительские удостоверения. А после – все по плану. Ученики разошлись по своим местам и начали сдавать экзамен. Добрые пожелания все-таки помогли. На мониторе Анастасии Антофьевой зеленый экран. Экзамен сдан. Девушка решила теоретическую часть за 2 минуты. Эмоции сдерживает с трудом. С утра такое настроение было, очень нервничала. Пришел Дедушка Мороз. Все, хорошее настроение, в себе уверена. А дальше на автодром. Здесь тоже ожидания и минуты волнения. До Влада Шевелева очередь пока не дошла, но он уверен в своих силах. Ему не страшна эстакада, гараж и тещин карман. Ведь 3 месяца он упорно отрабатывал фигуры. И на площадке Дед Мороз решил подбодрить учеников. Тем, кто сдал, он вручил небольшие подарки. Вам пригодится вот такой жилет. Хорошо? Да. Вот полицейский Дед Мороз дарит вам его. Поздравления от Деда Мороза – акция ежегодная. Перед каждым Новым годом сотрудники госавтоинспекции поздравляют учеников автошкол, чтобы поднять им настроение и напомнить о правилах дорожного движения. С наступающим 2019 годом. Пожелать удачи и безопасных дорог. В первую очередь, конечно же, обращусь к пешеходам. И напомню, перед тем, как перейти в проезжую часть, нужно это сделать правильно, без нарушений правил дорожного движения. Хотелось бы обратиться к водителям и напомнить, подъезжая к пешеходным переходам, снижайте скорость и будьте готовы к тому, что пешеход может вступить на проезжую часть. Ко всем мы обращаемся и напоминаем, соблюдайте правила дорожного движения. Возможно, эти наставления будут кстати, и в следующем году происшествий на дорогах станет меньше. Евгения Бакина, Александр Брызгалов, Бюро новостей «Давид».